Ну, опять такой вопрос. В какой момент форма получения обрела форму получения? Потому что мы прочитали, что до сокращения он един и имя его едино, форма одинаковая. Сокращение было произведено не вследствие отличия формы. И когда форма обрела получение? Потому что есть материя получения, а есть форма получения. Когда мы получили форму получения? Матайше невра яргеше у афух меабуре. Когда творение ощутит себя противоположным Творцу, он совершает сокращение, цимцум, чтобы не быть противоположным. И исходя из этого, он начинает продвигаться к форме Творца. Несмотря на то, что он обратен Творцу по материалу, но форма проявления этого материала практически... В этом он хочет уподобиться Творцу, поэтому, несмотря на то, что он получает, форма его получения подобна отдаче, потому что он совершает сокращение. И в сокращении он раскрывает желание Творца отдавать, и он производит такие действия, чтобы Творец мог отдавать. Он как бы делает одолжение Творцу. Это называется форма отдачи творения Творцу.